Студенты Люберецкого техникума имени Гагарина чтут память первого космонавта. Они гордятся, что получают знания там, где учился легендарный летчик. При входе в учебное заведение есть надпись, напоминающая, что именно здесь Юрий Гагарин получил путевку в жизнь. Во всех корпусах техникума висят портреты героя. В книге почетных гостей, которые ведут с 1961 года, есть запись с пожеланиями родной альма-матер от самого Юрия Гагарина. Эта книга – самый ценный экспонат для коллектива и учащихся техникума. Каждый год в День космонавтики студентов учебного заведения торжественно посвящают гагаринцы. А накануне праздника в техникуме проходят гагаринские чтения.